Впервые в истории жилищного строительства Петербурга использовали вертолет. Грузы подняли на крышу комплекса «Ленинский парк». На парковочной площадке 6 и 7 корпусов такая машина припарковалась впервые. Вертолеты в Санкт-Петербурге при жилом строительстве еще никогда не использовали. Незадолго до этого все, кто трудится на стройке, прошли необходимое обучение и получили допуски. Все меры безопасности соблюдены. Вертолетом на здание должны поднять 35 элементов вентиляционного оборудования. Каждый такой воздуховод весит от 300 килограммов до полутонны. Доставляют их обычно на крышу кранами или лебедками. Но краны здесь уже демонтировали, а работать вручную было бы слишком долго. Вертолет с этой работой управился за пару часов. В противном случае потребовалось бы несколько дней, а времени у строителей нет. Все монтажные и отделочные работы должны быть закончены к 31 марта. В апреле жителям обещают вручать ключи. Масса работ идет одновременно. Порядка более 900 человек на стройке. Производятся комплексные работы по монтажу подводящих сетей, внутренних инженерных сетей, благоустройству. Соответственно, для того, чтобы все работы совместить, и ни один субподрядчик не выбился из графика, было принято такое решение, и сегодня вы видите, каким образом оно реализуется. Строительство Ленинского парка, как и других объектов скандально известной группы компании «Город», ведется под особым контролем города в прямом смысле, то есть правительства. В Смольном пообещали разобраться с проблемными жилыми комплексами в течение этого года, но выразили надежду, что вертолет применять для подобных целей больше не придется.